удалось ухватить и понять всю суть, весь драматизм этого спектакля. Она живая Джульетта, Джульетта, которая проходит весь путь за свою недолгую, короткую жизнь, начиная от Джульетты-девочки, которую растили как дорогой цветок, и постепенно становясь девушкой, обретая свою любовь, постепенно мы видим личность, которая борется за свою любовь и делает выбор между своей семьей и между своим любимым. И, конечно, апофеоз спектакля – это сцена смерть и Ромео, и Джульетты. И сегодня, я считаю, это было сделано на высоком актерском уровне. Я думаю, что спектакль удался, и это действительно достойный спектакль, достойный нашей сцены. И я думаю, в дальнейшем Женя еще добавит некоторые моменты, и я думаю, это будет один из драгоценных камней в нашем театре. Женечка стала балериной. Жень стала балериной с уникальной внутренней системой. Она очень эмоциональная балерина, она техничная балерина, с потрясающей школой. Я обожаю с ней танцевать. Вот Женька, например, раскроет глаза, спросит тебя что-нибудь, поехали, станцуем. Смотришь на нее и говоришь: конечно, Женька, поехали, забываешь про все, что у тебя там спектакль, может быть, в этот день. Потом идешь и думаешь: господи, у меня же здесь спектакли, там спектакли. Потом идешь, говоришь: Женька, слушай. В общем, Женька такой приятный человек, очень хороший человечек. Я Женьку очень люблю, люблю с ней танцевать, люблю как балерину. Уникальный человек. Женя актриса, не только балерина, Женя еще актриса, что очень важно. У Жени есть характер, потому что в нашем искусстве без характера, естественно, невозможно. Женька несет и чтит традиции театральные. Женя очень театральный человек, и это очень редко. Потому что сейчас меняется поколение, и, к сожалению, уже мало осталось вот таких людей, которые любят театр, ценят и живут в нем. Для Жени прежде всего важно то, что она делает. Делает на сцене, и уже все остальное, естественно, все другие блага для Жени главное дело всегда. Женя пока не добьется своего, что касается характера, Женя пока не добьется своего, она не успокоится. Это очень важно. Это очень важно в нашей профессии. И как на сцене, так и в жизни. Она очень цельный человек. И только цельные, уверенные люди достигают успеха.
Спектакль «Ромео и Джульетта» — это был мой первый спектакль в Мариинском театре. Мне было 18 лет, и так сложилось, что именно с этим спектаклем связаны самые теплые, самые нежные, самые волнительные впечатления. И вот сегодня я танцевала этот спектакль снова с моим самым любимым партнером, с самым замечательным Ромео, Андрианом Фадеевым. И для меня это было в очередной раз, как в первый раз. Я никогда и ни с кем не испытывала таких эмоций, такого единения душ на сцене, как с Андрианом. Мне так приятно и так радостно всегда, когда у нас спектакль вместе. Они не такие частые, и я переживаю их как маленькую жизнь на сцене. И вообще с этим спектаклем и с ролью Джульетты связано очень много воспоминаний. Так получилось, что именно к этой партии я готовилась дольше всего и, наверное, вложила максимум своих эмоций, максимум своих каких-то актерских способностей на то, чтобы развить, углубить и сделать этот образ насыщенным. Пожалуй, ни одна другая роль не готовилась так тщательно, так долго. И спасибо за это моим педагогам, потому что спектакль я начинала готовить с Ниной Александровной Кургапкиной, которая первая сказала, что на подготовку этого балета нам понадобится очень много времени. Может быть, полгода, может быть, год. Но в целом получилось, что спектакль мы готовили около 8 или даже 9 месяцев. То есть вот он как ребенок родился. Я хочу поблагодарить и своего педагога Александра Александровича Степина, педагога актерского мастерства, потому что без него, наверное, я бы никогда не почувствовала разность качества исполнения просто балета и драматического балета. Драм-балет. Я, по сути, занималась драматическим искусством. И благодаря ему осознала и поняла очень сложные вещи, без которых спектакль качественно не может быть на высоком уровне. Я в этом убеждена. С ним мы работали очень много и очень тщательно. И сейчас периодически продолжаем встречаться. Спектакль меняется, он совершенствуется, он развивается вместе со мной, он меняется. Так получилось, что Нинель Александровна ушла от нас. И я стала работать с замечательным педагогом Эльвирой Тарасовой, с которой началась совершенно новая волна. И спектакль зажил вновь по-другому. И так много нового она привнесла. Какое-то новое дыхание, свежее, молодое. Что-то поменялось, кардинально поменялось в образе моей Джульетты благодаря ей. И так складывается, что проходит время, появляются какие-то новые спектакли в репертуаре, любимые, замечательные. Но «Ромео» остается самым дорогим, самым любимым, самым восхитительным. И не скрою, что, пожалуй, это единственный спектакль, перед которым я всегда волнуюсь. Волнуюсь так, как будто танцую его впервые. Наверное, это ответственность и безграничная любовь к этому произведению и к своей героине. Я Женьке желаю покорить весь мир, станцевать в самых брендовых театрах, потому что это нужно. Я знаю, это нужно, чтобы тебя признали и в твоем театре. Поэтому, Жень, здоровья тебе, чтобы у тебя вот так вот складывалось, как бы ты хотела. Все. Я тебя очень люблю. И очень надеюсь, что мы с тобой вместе будем долго и долго работать плодотворно на благо нашего искусства.